pasión, con una pasión tan fuerte. Так, ребята, всем доброе утро. Давно что-то я как-то не записывал. Сентябрьский, вот 21-го, там 23-го. У меня есть в сентябре домашнее видео, но что-то как-то сейчас уже 5 октября. Я посмотрел на Инстаграм блогеров различных. Сейчас Виталий с Лизой, с туристами, с Лилией, с Джонни находятся, едут в Швейцарию на этом своем доме автомобиле, так сказать. Но у них погодка не ахти, они в курточках. А у нас, смотрите, как. У нас уже 8. Солнышко. Пушистый хвост. Да? Пушистый хвост. Эй, пушистый зверь. Пусть отдыхает. Не так у нас с этой стороны сейчас. Такая красота. Все уже цветочное. Такое все. Зверское. Говорят, не снимай против солнца. Я всегда снимаю против солнца. И ничего. Хорошие кадры выходят тебе. Все замечательно. Samsung все поймет, ему пофигу. Солнце, не солнце. И, кстати, у нас погода совершенно нормальная. Я вот в шортах сегодня пойду, наверное. Если у нас ветра нету, то просто замечательно. Это шара на шаре. Все, на улице. Ну что-то, ребят, это как-то солнышко скрылось, какие-то облачка пошли. Ну ничего, я думаю, все распогодится все. У меня, кстати, это некоторые пишут то, что Андрей, снимай на камеру. А уже мамка уехала, просто на камеру уже не снимает, так что следующие один или два выпуска будут. Нет, будет больше выпусков. Без камеры. Мамка не приедет, она 20-го только приедет. Все, будем пока так. Все, пойду бабушке помогать. И чем с бассейном надо делать? Парничок. Уже бабушка что-то наваляла, всякого дерьма, небось. Туда. Не знаю, что там говорить. Короче. Что-то у нее где-то отлетело, короче, это вообще плохо почему-то сидит. Надо будет это перевязать. А вот здесь они, как я понимаю, конкретно. Опа. Да, вон они, две штуки аж. Что, сейчас буду переделывать. Охренеть, блин, а у меня же сделано все почти под обрез. Там не хватало проволоки этой. Ладно, сейчас будем переделывать. Что делать? Фух. Набрызгало тут каким-то удобрением своим. Хорошо. Малина уже, конечно, попала. Ух ты, нет. Смотрите, ребят, 5 октября. Малина есть. Огонь. Вообще. Супер. Значит, все, живем. Может, еще в ноябре помидоры созреют. Вообще будет супер. Манки пиво растут у нас тут. Кто не знает, вот так их сажают. Обычно. Бабушка говорит, разберись бассейн. Я просто нафиг его вытащил. У меня же насос я купил. Надувает за 2 секунды бассейн. Пусть так и сливается вода. Сейчас вторую дырку найдем. И вторую сделаем. Ну все, она сейчас уйдет нахер. Вода все. Потом его надуть, промыть спокойно. Просто чтобы переворачивать, его легко было. Так она сейчас моется все. Вот так, вау, вот и солнышко выгнало. Это хорошо. Все, бассейн готов. Можно заново надувать, чтобы чуть промыть. Конечно, такую погоду, конечно, не особо лучше промывать. Ну,
Куда деваться? Да, вот здесь сейчас можно купаться, конечно. Водичка прям нормально. Сантиметра 3 идет вода. Хорош так. Конечно, угораздило меня бабушка с мамой послушать, блин, ковер подложить. Разумеется, он здесь стук уже весь. Но все равно мы его на мусор хотели, но он был чистый. Так, ему вообще финиш. Жестоко. Сейчас обратно буду, ну давайте пусть чуть промою и пусть сохнет. Вот такой у меня насос за 1500 убрал. За 1300, короче. Тут, соответственно, выдувает. Очень хорошо этот бассейн. За три минуты максимум он это наполняет. А вот здесь задувает. Офигенная вещь. Обычным насосом обострешься делать. Да меньше, чем за 3 минуты. Вторую часть надо упасть. Сейчас я покруче надую. Да, лучше все-таки брать этот. Один насос хороший иногда. Ну вот, скотина вылетел. Хватает рук. Ну все, хватит, чтобы его сейчас шлангом промыть. Все листья выгрести. Поставить сушиться. Прям сюда. Ну, пару бревен поставлю. Да, внутри было чисто. И зато я хоть это немножко сплоснул, но он это... Мимо от ковра начал уже затухать. Если фэри какой-нибудь нести. Грибы какие-то вонючие, сраные у нас растут. Не знаю, я просто грибы не ем. Бассейн поставил, все, пусть сушится. Единственное, что его нужно было, наверное, скажем, жидкостью мыть. Ну ладно, ничего, пойдем, я так пойдем. Чисто для себя делаю, так, поржать. Так, блин, растут как жопушники, надо их не искоренять, чтобы они на участке не росли. Мне они не нужны. Ну, вроде, сейчас еще одно осталось подтянуть. Смотрите, какая красота у нас, а? Разве не красота? Огонь. Огонь. Единственное, конечно, нужна широкоугольная камера. Сейчас мы подойдем к курятнику и скажем мхав. Мхав! Кто тут не гавкает, а? Курятина. Почему вы не гавкаете? Хо-хо. Тебя воняет тут, тебе песок нужно сюда везти. Чего не следишь? А? Жиропук. Какая? Вот тебе и какая. Все, обосрали? Теперь вам песок нужно везти. Какая? Завел свой скутер, сойдем. Ну так, Марс вообще отлично, как будто... Ну ни одной раны на нем нет. А так на самом деле скачи есть такие. Есть где-то откол. Это мы просрали еще с братом. Ну здесь так мелкие. Мелкие царапины. А, зеркало я так и не проставил. Блин, надо сейчас поставить здесь. Так, вообще скутерок огонь. Бензин. Сейчас как раз ему полез. У меня перчатки, а вот такими обычно пользуются, если уже холодно. Это зимние перчатки называются. С полпинка завелся. 4-5 дней не заводился. Ну, в смысле, я его не заводил. Все, пойду проедусь. Все это с гаража. В эту дырку, наверное, прокачусь. Надо бревно поставить будет.
Ну вот, вот это дело. Надо как-то вот так. Как-то вот так. И выехать, наверное, без газа. Без всего. Так руками его вытолкать. Ладно, ну такие у меня это выходные. Ну, что я могу показать? Короче, красота у нас, ребят. Красота. Не успел видеосвязь сделать. Ну, в общем, горит. Куда мне деваться? Все сгорит нахуй. Да вообще, грамм, наверное, 50 потратил бензина. Сгорит. Ясно. Ну, пожалуйста. Сейчас. Мне нужно. Где здесь мешок лежал? Хотя, может, и не сгореть ни хрена там, половина мокрого. Но будем надеяться, что дрова хоть немножко этого пойдут присушиться. Ребят, только никогда не зажигайте, в смысле не подливайте бензина. Просто я один раз сделал такой косяк. Давно уже. Это канистра вся сожглась. Не подливайте бензина сразу, когда хоть там есть что-то. Лучше налейте какую-нибудь емкость и киньте ее туда. А там уже спичку, либо бумагу тоже опять же киньте, но не подходите близко. Ну, в общем, это обычные правила безопасности. Просто, кто не знает, на всякий случай говорю. Уже почти все. Сейчас уже пустовато. Че, еще хлам бабушка найдет. Ну вот, если что, да, там может сейчас сгореть, но я просто потороплюсь ситуацию. Вот я баночку отломил, сейчас бензинчику сюда налью, и я кину ее туда, чтобы не подходить близко к огню. Потом баночку можно вынуть. Хотя такой алюминий может при такой температуре сгореть. Проверка фокуса. Хотя примерно так. Я просто тупо кидаю сейчас баночку. Блин, она только в краю сгорелась. Что такое? Косяк. Ну ладно. Я вам примерно показал. Там все можно. Короче, ребят, что-то как-то, видимо, резьбу я здесь сорвал. Ну и я пытался в тот раз наклеить изоленту. Сейчас буду делать вот такой херней. Это типа нитки строительные. Короче, обволакиваешь вот эту хрень. И потом запихиваешь вот как надо. Вот сюда. Получилось как-то так. В общем, сейчас посмотрим. Может быть, нормально пойдет. Но я лучше, чем с изолентой. Но, скорее всего, я еще и туда один еще моток заряжу. Пришлось еще один моток сделать. Но, в общем, как я понимаю, зашла. Сейчас вот это подверну немножко. И прям выровняю, как мне нужно. Короче, окей, Google. Ребят, на сегодня, наверное, все. Все как? Давайте заряжаем лайкосы. Честно, я очень старался. Давайте, ребят, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Комментарии, кто... Ну, именно что нечего писать, допустим. Просто пишите плюсик, короче, поставьте, да и все, этого хватит. Просто канал продвигается так. То, что больше активности. Спасибо всем. Увидимся. Давайте, ребят, на связи. Пока. Давайте, на связи. Мотоцикл зверь сущий какой-то.